Здравствуйте, ребята! Сегодня я буду рисовать человека в движении. Я нарисую мальчика, лыжника, который катится на лыжах. Для начала мы нарисуем то, как он будет располагаться, в каком движении. То есть мы рисуем, как он будет двигаться. Лыжник, он у нас катится на лыжах, значит, он у нас будет идти под наклоном. Рисуем руки, ноги ему. А потом мы будем с вами, когда мы просто его наметим, рисовать фигуру. Голову примерно. Это рисование самое простое для... Я просто показываю, как я рисую. Рисуем лыжную палку. И с другой стороны палку лыжную. Он держит их. Да, я рисую лыжи, в которых мальчик едет. Закругленные. Да. И с другой стороны мы рисуем лыжу. Да, он будет идти вот так. Такой у нас получился человек в движении, мальчик. Сейчас мы будем рисовать саму фигуру. Сейчас мы начинаем рисовать саму фигуру. Режиссер Воротник. Ребята, подписывайтесь на канал. И смотрите видео полностью. Рисуем руки. Держит здесь палочку лыжную, как он режиссер. Здесь рисуем ручку лыжной палочки и далее саму лыжную палочку. Ребята, вы любите кататься на лыжах? Напишите в комментариях. Рисуем другую руку. Это рисование самое простое для самых. Но я вас не учу рисовать, я просто показываю, как я сама учусь рисовать. И я вам показываю видео. То есть, как я рисую. И снимаю эти видео и показываю вам, как я учусь рисовать. Вот, рисовали. Далее продолжаем рисовать ноги. И рисуем ботинки лыжные. К этим лыжным ботинкам крепятся лыжи. Мы уже их нарисовали. Так. Далее рисуем. Получился с вами лыжник. Рисуем ботинок. Вот эти линии стираем, чтобы лучше видно было. Так вот у нас получилось. Пример. Рисовать лицо мальчику. Там по поводу рисую.
далее у него здесь идет нос. Такой нос. Отсюда у него начинается шапка. Теперь начинаем рисовать одежду. Сами побольше делать. Другой также.
Сейчас нарисую на шнурке. Рисуем шапку. Теперь закрашиваю выше голубым, а не у меня голубым. Сэм бровь коричневый, глазик начинаю рисовать. И ротик рисую.